15 замещающих семей приняли участие во всероссийском конкурсе художественного творчества «Ассамблея замещающих семей». Чувашию представляли цивиляне, семья Львовых. С какими результатами они вернулись из Москвы, узнали наши корреспонденты. В этой семье вопрос, участвовать в конкурсе или нет, не обсуждался. Конечно, да. Хотя пройти жесткий отбор и занять призовое место было сложно. Как оказалось, их ячейка общества на конкурсе была самой маленькой. Но это не помешало занять второе место. Мальчики Миша и Яша вместе с главой семейства отлично справились со спортивным этапом конкурса. А мама с дочками Юлей и Аней взяли на себя творческий номер. Без сомнения, судьи покорили двойняшки Маша и Даша. Кто из вас Маша, кто из вас Даша? Я Даша. А я Маша. Маша, Даша, вы любите петь? Да. Да. А еще что любите? Да. А еще что любите делать? Рисовать любишь? Кушать? Это они больше всего любят. Всего в команде Львовых 6 детей. Александр и Татьяна, как только поженились, решили, что обязательно возьмут ребеночка из детского дома. В результате получилось трое кровных, трое приемных. Но так мама и папа называют детей только в официальной обстановке. В повседневной жизни все шестеро родные. Нужно очень любить, нужно быть готовым изменить всю свою жизнь, все перевернуть с ног на голову. И с появлением еще одного ребенка, даже когда родного, родной появляется, в семье и то все переворачивается. А когда приводишь ребеночка, который уже много пережил в своей жизни, и его, скажем так, судьба была не очень счастливой, то еще сложнее. Со всеми сложностями Львовы справляются вместе. Когда большую семью не приглашают в гости, устраивают домашние спектакли. Когда в школе ставят двойки, дружно делают уроки. А когда ходят в магазин, все несут по пакету с продуктами. Впереди у них большие планы, которые можно воплотить только объединившись. Закончить стройку и принять уже в новый большой дом еще одного обездоленного ребенка из детского дома. Екатерина Куприна, Расиль Мухаметов, Республика.